Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно уберечь свою душу от потрясений в этот непростой период жизни вашей планеты. Мы будем исходить из того, что тот, кто читает сейчас это послание, знает о переходе Земли в пятое измерение, что уже является мощнейшим стимулом к тому, чтобы легко пережить любую стрессовую ситуацию. Если знать и всей душой верить в то, что все эти трудности не только временные, но и последние, поскольку впереди вас ждет новая счастливая жизнь, то они покажутся вам хоть и неизбежными, но не трагическими. Мы уже много раз говорили о том, что тьма всегда сгущается перед рассветом. Поэтому для того, кто уже увидел, как брезжит рассвет, тьма начинает таять на глазах. Тем более, что вы сами этому способствуете своими каждодневными практиками и медитациями. Это то, что касается глобальных событий на Земле. Но существует еще немало проблем личного характера, поскольку каждый из вас проходит свой путь к свету, уникальный и неповторимый. Кому-то повезло, и на этом пути он находит поддержку своих близких и друзей. А другие на каждом шагу встречают препятствия, и им приходится буквально продираться сквозь них, причиняя своей душе немало страданий. Конечно же, не существует единого для всех рецепта, как избежать этих страданий, но все же я дам вам несколько советов и энергетических практик, которые помогут вам, если не избежать стрессовых ситуаций, то хотя бы минимизировать их последствия. И начнем мы с того, чтобы понять, а что же представляет собой стрессовая ситуация? На самом деле все зависит от вашего личного восприятия того или иного события. Так, для одних оно может быть тяжелым и даже трагическим, а для кого-то неизбежным или целесообразным. Давайте рассмотрим это на примере нынешнего военного конфликта на Украине. Те, кого это коснулось непосредственно, кто оказался в зоне боевых действий или чьи близкие воюют на той или иной стороне, воспринимают все происходящее трагически, переживая сильнейший стресс. А тот, кто оказался сторонним наблюдателем этого конфликта и кто понимает его глубинную суть, воспринимает его как неизбежный этап борьбы с глубинным государством и считает его целесообразным, поскольку в его глазах он приближает победу света над тьмой. Но если также начнут рассматривать данный конфликт и те, кого он коснулся напрямую, то градус их страданий заметно снизится, а может быть и совсем сойдет на нет. Но это может произойти только в том случае, если сознание этих людей выйдет на уровень понимания величия момента, когда грядет смена эпох и переход целой планеты с ее обитателями на новый уровень развития. К сожалению, немногие на это способны, хотя такие люди уже есть. Но пока это единицы, которых окружающие считают белыми воронами и нередко обвиняют в жестокости и бездушии. На самом же деле, наоборот, их души сумели возвыситься над ситуацией и вспомнить свое истинное предназначение,
ради чего и воплотились они на земле. Это время великих перемен. И заключается это предназначение в том, чтобы совершить переход в пятое измерение самим и помочь этим другим. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта.